наушниках. Как будешь сидеть? Ты можешь так одеть. Не, ведь я их могу одеть вообще вот так вот. Нет, надень просто вот сюда. Красиво надо сделать. Блин, я слепая, слушай, вообще. А где твоя мышка? Она у тебя не работает? Бегай. Это типа вот короче, это? Вот, ты как гоняла? А, это вот это? Вот мышка так покидать. Слушай. Настя. Дай лицо, я не увижу ни одной детали на игре. Ну ты сейчас вот так вот Витя! Нас смотрят 4 человека. Так, shift. Это что, бежать вместе? Ой, а что я сделала? Там... Ой, водичка. Витя, я вижу какой-то дом. Там кто-то ходит. Где ходит? Там. В доме? Или это ты был? Ладно, плевать мне. Короче, ты должна одновременно зажимать shift. Ой. Зачем туда идти? Не иди туда. Настя, туда надо идти. Налево иди. Чё? Налево иди. Вон, видишь, ткань лежит. Где? Растет, вон впереди, видно. Иди вперед, короче. Вот это? Дальше. Вот видишь, кустик маленький, зелененький. Вот это? Да. Подойди, короче, нажми Е. Английскую. Не, знаешь, что мне здесь нравится? Единственное. То, что тут красивая этот. Красивая. Природа, которую они здесь сделали. Это да. Знаешь, луна! Это отдалить карту. И чё? Карандаш, не слушай.
А, прет карандаш. Как мне его задолбить? Клавишей? На Ctrl нажми. Присесть. Ctrl? Это вот это? И... Нет. Набеги на него, что ты по земле бьешь. Как? Прям на него набежать? Настя, да что ты делаешь? Смотри, вот Ctrl нажал, вот. Ctrl. На него мышку так навела. Ага. Вот присел, вот бьешь, и справа у тебя обломка снизу. Где? Внизу справа видишь? Вот, сырой человеческий глаз. Ага. Это то, что теперь тебя отличает, короче. Муха! И это что, еда или что это? Мясо можно кинуть. Вот инвентарь. Так, нажал, вот что у тебя есть. Пожрать вот, можно. Ткань, короче, вот. Семечко ткани. Сажаешь семечко, ты ткань растет. Это животный жир, типа человека, короче. А это мясо, он не нужен. А, он не нужен? Его не нужно есть, да. А что будет, если съем? Съем, ну, ты пожарь его, съешь, и у тебя вода уменьшится. Не, ну все, убегай. Все. Да, сейчас город бежишь, тебе надо, короче, смотреть, тебе надо налево. Большую клавишу набора пробил. Это прыгает. А Витя выйдет поиграть? Нет. Я хочу гонки. Там чей-то дом. Ну и что? Они меня не могут пристрелить? Ну их может и нет в этой игре. Там что-то бабахнуло. Бабахнуло? Значит, куда ты бежишь? Беги в определенное место, блядь, с капотином. Куда? Прямо вот так? Левее. Осень? Здесь типа, карта. Там еще один дом. Как? Внизу. Где внизу? Вот, вот это? Видишь, да. А-а-а! Это Е? Да. Там еще ткань была. Назад вернись. Я вижу, вон, там какая-то фигня валяется. Назад вернись. А зачем? Он мне нужен? Это не твой. Вон, ткань собирай. Где? А-а, вижу. Вот это? Справа, Настя, налево. А вот это мне зачем? Вот, спальный мешок, видишь, там есть вверху. Вот это? Да, нажми на крафт. Все, ты крафт. 30 тканей он стоит. Нажми там по крафту. Все, беги дальше. Там еще один дом. В эту сторону, да? Это что за могила? Чё? О, скоро топ-контент будет. Вить, тут пишут, что скоро будет топ-контент. Hi, I'm Prince. Привет, I'm принцесса. Очень приятно. Я сюда бегу, да? А,
Лошадь, стой, стой. Она убеждает тебя. Я хочу к лошадке. К лошадке. Эй, ну не беги, пупсянь. Ну стой, 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 стой. А, это лось? Или это лошадь? Лошадь. Я правильно бегу? Правее возьми. Настя, правее. Правее возьми, Настя. Я вправо? Еще беги правее, что я говорю. Еще, Настя. Вот. Теперь ты правильно бегу. Короче, теперь подойди к дереву. У меня под... Зажми просто и все. По крестику так бей, да? Так я должна за ним двигаться? Да. Ой. Настя, ты должна нажимать кнопки вперед и, или просто бок. Настя, ты можешь зажать, просто бить дерево без крестика даже. А, просто тупо бить его и да. Все? Просто скорее всего, она быстрее будет биться. Он видишь, что справа дерево открывается по 5 штук. Можешь покрепить туда. Ой. Добей дерево. Просто смотри, знаешь, какую кнопку нужно? Смотри, Настя, дай мушку. Видишь колесико? Ну. Ага. Так ты спальный мешок колесико выбрал. Колесико нажал один раз, все, он будет биться. Чтобы отжать, короче, колесико. Ну, помнишь, один раз ударил. Вау! И дальше. Ты чем вы так плохо с назад деревом? Назад. А, сюда? Назад? Да? Левее. Нет. Туда, да. Костюк плюс витая. Минус любой клан. В смысле минус любой клян? Клян. Клан. Клян. Клан. Ну что это значит? К чё еще раз? Типа всех раз. А ему не холодно? Минус 6. Там чей-то дом. Нормально? Да, вон камень туда вижу, должен делать. Бей его там. Где вот плести, туда бей. Боже мой. Что, неудобно? Зачем ты вперед жмешь? Ты можешь бок нажать и вперед. Бок нажми, клавишу. Ой, я не ту нажала просто. А чё ж так все сложно-то? Мне не нравится. Чё, это легко. Да что ж такое?
зажми клавишу. Зачем ты воздух пиздишь? Ты говоришь, зажми клавишу. Контрол нажми, чтобы вот. Теперь пизди. А-а-а. Ну вот опять воздух. Ну подойди ближе к нему, ты видишь, ты промахиваешься нафиг. Ну чё ты, блин? Блин, ну дебильная игра. Вот так мышку опусти, пизди его, чё ты? Да что ж такое? Мышку ниже опусти, Настя. Ты мышку проехать там, когда ещё мышку нет. Ниже мышку опусти. Присядь на контрол. Бей, просто зажми вот так вот, всё. Ты можешь так зажать? Вот, держи. Настя, бей просто его, и всё, не обязательно по точкам. Да что ж такое? Ну подойди ты ближе. Да подхожу, он не подходит. Ты видишь, он не подходит. Настя, ты можешь вокруг него бегать. Ты можешь вот так залезть на него, блядь, вот. Присесть на контр, Настя, чё, сколько тебе времени. Всё. Привет, Витя и Настя. Здорово. Сейчас кирка, сделал кирку будет проще. А кирка это откуда? Камень, кирка. Ну крафчу, она стоит дерево и камень. Вот. Мы сейчас камень добудем. Что такое крафчу? А? Что такое крафчу? Крафт? Создание. Подожди, что крафт сделает собой. А что, нельзя? Ну камнем неудобно. Тебе, по крайней мере. Привет, привет. Видишь, вот время крафт, камень, кирка, 3 секунды. Мне нравится, мне нравится звук. Ну кирка тоже прикольная. Кирку возьми. Цифру 4 нажми, короче. 4 цифры. Вот. Назад. Нажми тап. Топорик, видишь, каменный? Нарисован топорик каменный. Где? Настя, справа смотри. Вот список того, что ты можешь сделать из своих ресурсов. Каменный топорик. Все, нажми обратно. Иди дальше. Витя, это другой сервер? Не знаю. Я учусь в Белиберде, представляете? Мне сюда бежать наверх? У меня разве есть лук? Можно взять 10 камней. О, подожди, дом сделал. Дай, я попробую. Я хочу попробовать. Подолбить его. О, ни хрена себе, слышишь? Дом сгнил, видишь? Стенки. Можно я его побью? Нет, давай мы его оставим, только без всего, ладно? Как в России делают. Нет, что ты делаешь? Настя, всё. Дерево забираю. Какое дерево? Это шкаф стоит, его не сломать, что ли? А это? Только подожди, подожди, Настя. Нет, ничего не делай, что делаешь? А ему можно послание оставить? Нет, подожди, так, он садил с собой брать, что ли? Буду с собой брать, что ли? Вот, с собой брать, короче.
А, нас тут спросили, как дела. У нас хорошо дела. Отвечай людям, что-то. Ну, я что-то посмотрела и забыла. А у тебя как дела? А кто это? Я не вижу, кто это. Ты не видишь? Нет, я вижу там Ури. Что-то такое. Я слепыш. Ты чё? Он все равно не вижу отсюда. Что ты делаешь? Дай мне поиграть. Я собираю. А почему тут какие-то штучки? Все, это бревно, это серный камень. Серый добываешь здесь в камень. Тарин. А что? Не-не, что ты делаешь? Настя, зачем тебе колесик? Вот тебе цифры. Один это топор, два это планка. Вот, видишь? Все, беги, дальше. А, это нельзя? Не надо тебе. Почему? Он тебе не нужен, Настя, беги дальше просто. Туда, вниз? Ну куда ты все где-то тебе налево тянет, Настя? Налево, налево. Где? Желтенько, а куда мне? Да, тебе нужно вот сюда. Зелененько? А, вот сюда тебе надо. То есть туда повернулась, еще, видишь, вот. Вот так, ты бежишь. То есть не тупо вот так прямо пиздюхать? Да, там строится будет. Я хочу подвинуться. Когда пытаешься попасть в крестик, но не попадаешь в него. Ты смотри. Ниже, значит. Я слышу какую-то билиберду сзади. Я слышу кого-то там. Не знаю, как будто какое-то животное. Какая-то курица какая-то. У них стекла? Это остановка. Кто? Чувак застроил остановку. Остановку? Чё поставил? Остановка, видишь, стоит? Это остановка, Настя. И зачем она? Он её застроил просто. Он в остановке живёт. А к нему можно зайти? Нет. Вот, 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 вот кто курлыкает. О, зачем курицу-то? Это еда типа? Ой, я просто ее слышала, пока долбила что-то. Она все ко-ко-ко-ко-ко-ко. Слышу рацию. Какую рацию? Рацию. Там чувак сейчас бьет. Вот. Че, лук крафтик? Вот, видишь, лук. Угу. Сейчас язык. Да, че он? Вот лук и вот стрелы. Хватит ногу мне натирать. О, все, оставь меня с луком. Нет. У тебя еды нет, надо покормить чувака. Можно костерчик сделать. Потом мясо пожарить. Там, там, вот, 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 кактус возьми, он же съедобный. Ну да. Зачем ты нужен? Потом его придешь и сделаешь дом построить. Так, подожди еще. Ой.
такой домик. А здесь на меня могут нападать? Нет. А за что? Просто тебя отнять сюда. Чем ему надо? Он тебя сейчас убьет, нахуй, все. Где? Бежит за тобой. Блин. Я его не вижу. Чё, не слепаешь, он сзади. Где? Короче. Вижу, он в тебя стреляет. Вон он. А где мы? Лось. Опа, на, челик бежит. Где? С оружием. С другой стороны? Сзади он бежит. Это тот же? Нет, другой. Блять, ебаный пиздец, не лагай. Блин, Настя, дай сяду быстро. Ай. Быстрее, 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 Настя. Ложи куда-нибудь на стол, Настя. Сейчас его быстро ёбну. Мясо пожарить надо. И отхилиться. Чё там построить-то, Настя? Или сам будешь строить? А? Настя, какие качать надо время, знаешь, как пройдет? Ты не будешь это играть? А? Почему не знаешь? Не скучно? Ну так вот, все к этому ведет цель. Ты же должна найти правильно, чем, прежде чем взрывать чем-то. Ты же не сможешь сразу прийти и взорвать его. Тебе надо искать это. Сейчас. Они крафтятся. Потому что я их делаю.
Здорово. Я тебя сейчас дом построю, все. Дальше будешь развиваться. Короче, дверь носить, замок есть, шкаф. Не знаю. Что с Олегом-то нахуй? Вот здесь построимся, Настя. Хочешь, сама будешь построить дом? Будешь строить? Нет, до основания. На основании, вот. Так мы рядом с кем-то еще строим. Вот. Че? Настя, видишь, вот смотри. Это солома сначала. Вот проем ставишь. Это план постройки. Теперь киянку в руки берешь и улучшаешь камень. Все, теперь дерево. Потому что камень закончился. Носишь какой-то спальный мешок? Прикольно, да? Сейчас, короче, дверь скрафтится еще. Одна дверь, вторая. Thank you.
Что это было? Меня прихлопнуло двери. Короче, смотри. И чего делать? Туда встань, короче, туда беги вперед. Подожди. Надь. Да, закрылась. Иди вперед. Повернись ты к двери. Нажми 6 клавиш. Дверь ставь. Так, нажми. Стрелять нажми просто. Все. Теперь замок. Инвентарь достань. Вниз туда, перенеси его вниз, 6-й слот. Да. И чё? Нажми теперь, нет, тап нажми. Теперь 6. Замок ставь на дверь. Так же. Теперь наведи на замок. Зажми кнопку Е, зажми. И выбери замок. Нет, зажми и в замок выбери. Что? Стреляй, да. Всё, ты закрыл дверь. Теперь нажми дверь открыть. Ой, это я. Выходи, закрой дверь с собой. А зачем столько дверей? Настя, надо, чтобы тебя дом не забрали. Закрой дверь. Наведи на нее просто, на любую часть двери. Теперь нажми дверь. Вот это? Да. Выходи на улицу. Закрой дверь с собой. А, я же окажусь. Выйди, да? Да. Господи, туда, да знаешь, к чему привыкать? К тому, чтобы двигаться, понимаешь? Я еще с клавишами-то дружу хреново. Может, нам этого забрать? Это не соберешь. Это обычный камень, текстурный, ты не заберешь. А какой надо? Беги на дорогу. А пальму? Пальму можешь. Ну зачем? Она тебе не нужна сейчас. А кто? Беги на дорогу. И это туда, правильно? Да. Представляете, столько домов. Раз дом, два дом. Вот этот? Да, собери его. Подойди к квадратный круг. Видишь, квадратный круг стоит? Нажми на Е. Собирай. На прокнут мышь нажми просто. Ломай бочки тебе подойдет. Зажми.
ключ такой? Подбирай, подбирай, все там. Все, дальше. Нет, назад, повернись направо, там еще бочка. Там кто-то бежал. Вот, человек. Бежит да, человек. Ушел, 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 ушел он. Все, Витя, ушел. Да ну не интересно никого тут пиздовать. Нас тебя-то убьют, понимаешь? Ну подрал куда-то вон, туда. Ну, он побежал в своем направлении, и все. Ну, если бы он тебя увидел, если у него было оружие, то убил бы. И все забрал, что и то есть, у меня это все с собой, что ли? Это все в диалоге. Так оно же не со мной бегает. Ты себе ложь в инвентарь. Шестеренка с мобилитом не валяется. Где? Сзади тебя, под тобой. Дальше беги. А что, больше ничего нету? А что за дверь странного цвета? Такая дверь. А, не такой цвет. Ой, не думаю. Че не идешь? А это... О, открыть. Ой. Одень на себя. Тап нажми. Пон же одень. На ноги, которые вот. Вот это? Ноги, вот да. Это? Правую кнопку мыши нажми просто. Это не ломается. Бочки. А, не ломаются бочки? Давай проверим местность, нет никого. Вперед? Знаешь, как с лук стрелять? Лук выбери. Попали, нажми. Зажми правую кнопку мыши. Правую? Зажми просто, да. Мышкой целься вот так вот. И левую стрелять. Ну, если... Куда-нибудь наведи, в дом даже. Не, я не хочу, вдруг кто-нибудь выйдет. Ничего не будет, Настя, наведи. Так же дальше стрелять. Так же. А, то есть я могу убежать? Так, а где стрела? В доме где-то торчит, в дом стрелял на вас. Ёперный бабай, бежим отсюда нафиг. Ничего тебе не будет. А куда дальше бежать, да? Иди правее на дорогу. Туда, туда. Вот туда? Да. Кактус, это же еда? Ну, а вот это? Еда. Как, мне нужна еда. Кустики. О, бери, проверь, туда бери. Бочки, видишь, он стоит, две бочки. Настя, там бочка была. Я смотрю, нет никого. Где бочка? Правее, вон. Под катушкой подай. Справа. Ой, а где катушка? А, вот с той стороны, что ли? Ну и... А. Смотри, справа у тебя сечется. Кого? Справа у тебя, вот где ХП, вверху сечется. Ты подняла все, Настя, беги дальше. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет больше ничего? Нет. Пройдись там внутри, там должно быть что-то тоже.
Коврик? Стой, подожди. Че? Вон, видишь, квадратная коробка. Отпусти, смотри везде. Я думаю, знаю, и вот это тоже коробки. Как мне теперь топор сделать? Выкинем. Куда? Туда? Да. Ножик возьми в руки. Этот? Да. Всё. Можно местами поменять? Можешь. Как тебе удобно. А это что? Это еда. Можешь съесть. Даже для неё. Банку можешь. Либо можешь выкинуть, либо можешь переплавить на металл. Это куда? Оставь. Дом переплавишь. И чё? Нажми на костюм. Правый, вот, выше. Так я нажала на него. Настя, ты в инвентаре была. Стой, дай. Чё? Место сходить. Ты видишь, как он спит? Он пьет? Как? Я уже через инвентарь. Где она? Ой, столб мой. Всегда везде. А это что? Я слышу волка. Что он делает? Ау! Нет, а сейчас ночь будет. Надо беги, что слышишь. А можно мне домой? Темно же. Вот этим же можно да, все равно. Зачем? Зачем колеса жать, если можно цифры? Вот где-то попустил, она упала. Правее. Она под тобой, Настя. Настя под тобой. Все, забрала. Ты не забрала ее. Забрала. Настя. Где? А, ты забрала ее? Будущий ростер. Угу. Сейчас. Куда бежать? Домой надо бежать, темно. А скинь свой ВК. Чей ВК? Твой. Нет. Я туда все равно не захожу. Я там ничего не... Это... Только из колледжа с народом общаюсь и почти с кем. Корабль. Бассейн я там видела.
Забери меня с собой. Короче, мы бежим перерабатывать. Домой? Нет, перерабатывать все, что мы так. Типа переработчик есть. О, военный ящик. Слышишь? А, ты не слышишь. Я слышу. Ау! И волки типа начинают гудеть. А машину можно забрать? Почему? Это скучно. Чё так темно? И во что она превращает? Нитки? Слушай, темно очень уже. Можно перекантоваться? Почему? Зачем ты дверь закрыл? Если только дверь откроет, то не слышишь, скажешь. Из окна можно вылезти? Хоть что-нибудь видишь? Зачем на вышку? Происходит. Настя, ты помнишь, где ты построилась? Чего, чего? Помнишь, где ты построилась? Нет. Я не помню. Кушать готовим. Почему это? Я готовлюсь. Сидела вчера вот весь вечер с ним ночью. Я пока еще не знаю, что рисовать.
то есть... Народ, есть лишний? Чего, шум? Да, шум на этом, на стриме. Что такое? Есть, я зеваю. Ну вот смотри, прикольная игра. Вот. Почему это? Бать, уйди, а! А что ж, не ленивый, что ли? Два института бросил. Института бросил. Что надо тебе, какие запчасти? На трактор. Магазин для запчасти для тракторов. Мне надо для бульдозера купить. Сделаю бульдозер своего трактора. Тебе ножи. Новошапки надо? Новошапки, да, ножи. Он скоро закроется. Они до 5 часов. Варшавское шоссе 141. 141? Да, строение 80. Что, поедешь, что? Я пойду. Чувак, привет. Чего? Подожди, она в сети, она со мной так сможет поговорить без этого? Люб, зайди в TeamSpeak. Ай. Сергей, посеть. Знаешь, погода говно. Учеба говно. Вся жизнь говно. Буня, 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 буня. Понюхали. Подожди, а чё так... Подожди, о, там уже рассвет, я вижу, вон, через дырки. Слушай, а здесь же можно сделать этот потолок другого вида и стенку? Другого качества? Да. Да. Камня. Из металла можно сделать. А как? Тебе уже
добыть камень. А у меня его нету? Хватило. Я пойду добывать камень. Чёрт. А его можно выключить? Открыть его? В смысле? Вить, спокойней. Потому что ты никогда трубку не ложишь. Спокойней. Даже на своем телефоне. Слышал, иди, у меня стрим идет, алё. Что ты хочешь? Нет, у них. А может просто забить в интернете такие-то, такие-то ножи и посмотреть, в каких магазинах есть поблизости. Вот и все. Так как быстрее будет. Ну вот забей, да, найди. Как? Как все сложно-то? Есть еще один магазин. Продажа коров. User entered your channel. Привет. Кашиска, привет. 3, корпус 2, страница 12. Это что сейчас было на английском языке? Будешь звонить? Это говорят, что кто-то зашел. Или старый кашерский. Ну спросишь адрес. А. Бать, ну иди, слышишь что ли? Как там успехи в России? Не знаю. Я не знаю, тебе ответить. Я тут пытаюсь ходить. Я тут что-то пытаюсь. Ой, мне тут. Получается? Да. Ну мне не очень интересно, если честно, я скажу по секрету. Неинтересно, потому что не понимаешь или что? Не знаю, если честно, как-то вот прям вообще. Может, потому что у меня просто нету как бы вообще желания играть. В гонке-то нет желания играть. В гонке, да, есть, но не всегда, понимаешь, я тоже особо ими не увлекаюсь. Я просто когда. Ну, в гонках понятно, тебе надо обогнать и победить, а тут другой смысл игры. Ну здесь типа завоевывать. Я вон камушку тут какую-то собираю. А что там такого синего цвета? Здесь нужно развиться как можно быстрее и поиметь преимущество над всеми. Короче, здесь надо убивать тупо и все, да? Вот это можно забирать? Нет. А что? А какие? Где? Сделал, я боюсь. Мама, чё? Он бежит, а что можно сделать? Спальник. А убийца? Чё? Как с ним поговорить? Как, он европеец. Кто? Кто тебя убил, он походу европеец. Буржуй. И все? А он меня забрал мою, ну, мои принадлежности какие-то. Он то есть. Еще не приходили. А кто вот центр запчастей на Варшавске? Кто?
сейчас почти до 170. Что говорить, я даже не знаю, что говорить. Кошку, ёж, блин, там кто-то стреляет. Ну ладно, давайте. Вот так урочно. Даже боюсь выходить, мне ничего нет. Это кто? Он меня не увидел. Блин, а где камень тут брать? А этот можно камень? Добывать надо. Есть ресурсные камни, вот смотри. Они подсвечиваются, то есть. Ну, их можно отличить от обычных вот камней на карте. Ну, я в общем, а каменный камень, он такой идет светлый. То есть, если только вот... Только живешь... светлый? Да, он, то есть, без желтого, без... Ну, короче, как белый, только... Как слоновая кость, такого типа, похож. Это в зеленом белом, но в песчаном он такой, как бежевенький будет смотреться. Ну, такой молочный. Yeah. Типа кофе с молоком, понимаешь? Понимаю. Там просто кто-то бегает. Он пробежал, меня вообще не заметил. Может, он заметил? Не всегда трогают голеньких. А, голеньких не всегда трогают? Вот я буду вечно голенькой бегать. А почему бы и нет, если меня так не убивают? А ты смотришь стрим или как вообще? Да, да, стрим. А, ты его видишь, да? Угу. А, всё отлично. Тогда будешь мне подсказывать, дети, как они обзывают, камни. Угу. Потому что я еще не очень въезд. Ну, это точно няни. Там... Задержка на стрим 15 секунд, она через 15 секунд только увидит, то, что ты вышла. Нет, у меня чуть меньше задержка. Меньше, она говорит, задержка. Там не 15. В общем, смотри, они... Человек! Я слышу курицу. Ой, аккуратнее, курица может тебя куснуть. Где она? Я ее не вижу. По звуку ориентируйся, где ты ее слышишь. Слушай, я не понимаю, где она. Честно говоря. Подожди. Сзади. Блин, там кто-то идет. А, мне страшно. Да ты не бойся. Где она? Слушай, прям совсем рядом. Все еще слепая, что ли? Она может быть, типа, ты ее не видишь, она где-то повыше, может быть. Тут идет.
Подожди, вот здесь сбоку где-то. Да что ж такое, пошла на нафиг. О! Даже я за ней не успеваю. Как мне ее убить? Надо присесть, чтобы попасть по ней. А, блин. Она сейчас остановится, смотри, чтобы не куснула тебя. А где она? Слушай, я ее потеряла. Вперед ушла. Лёшкин кот. Да что ж такое? Да стой же ты! Я не могу присесть, мне за ней бежать надо. Нажимай Ctrl и ползи за ней. Ой. Да стой же ты, дурочка. Наконец-то разобралась. Скучно. Тебя не убила. Мне точно в раз не надо играть. Так, теперь ты ее можешь добыть этим же камнем, типа, по мере. А почему? Добываешь ресурсы. Подожди, у меня все серенькое какое-то. Это потому, что у тебя мало хп. Хп пошла его. Побежала я в домик. Там что-то есть в домике. А где мой дом? Я не помню. Он, вот, по-моему. Перед тобой был. Можно не закрывать. Ты вроде здесь. А тут, походу, ничего нету. У меня все забрали. Забрали. Да там мужик какой-то меня перебил. Европеец. Ну, смотри, еды у тебя нет, да? А в шкафу есть ткань? Есть штаны, кофта. Не-не-не, это в ящике, в шкафу. А, еще шкаф. В шкафу еще есть ресурсы. Посмотри, что там есть. Есть ткань? Если есть, ты можешь сделать бинты, отхилиться. А так ты можешь добыть ту курицу, там тоже выпадет ткань, мясо. Мясо пожаришь на костре, покушаешь, оно тебе восстановит хп. А тканью потом отхилишься бинтами. Так, погоди. Вот тут какие-то кости есть. Кости, жир и ткань. Вот в третьем слоте лежит ткань. Ты ее берешь себе в инвентарь. А, вот это. Угу. Выбросить. А, ее перетащить надо. Да-да-да. Перетаскивать. Ну, что дальше? А, короче, выходишь из шкафа, ну, нажимаешь Tab. Угу. И там такие бинтики в быстром крафте у тебя должны быть показаны. Они такие красненькие. Ну. Где? Ты нажми Tab. А, вот. Нажимать? Да, нажимай. А, все. Вот тут бинтик. Да, бинтик. Вот здесь можно несколько скрафтить и отхилиться. Но тебе надо будет все равно курицу туда быть этим камушком, и чтобы покушать. А где она? А ты забыла, где она? Ну, блин, я ее не забрала? Нет, ее надо этот, добывать камнем. Ёкарный бабай. Ща чуть-чуть это. Все норм. Витя пишет, все норм. Ой, подожди, а что я сделала? А. Закончилось просто. Ну, обучение. Ну, эфира.
Здравствуйте. Здрасте. Фух, отпусти. Сижу, курю и наблюдаю, как Настя нубит. Что значит нубит? Люба учит Настюху. Настюху. Не люблю, когда меня так называют. Так, теперь можно бежать и забирать курицу. Да. Только ткань выложи в шкаф. А да. Если тебя убьют, у тебя больше ткани не будет. Да, точно, точно. А бинтики оставить? Да, бинтики можешь оставить. Ну, можешь дальше их еще обматывать себя. То есть видишь, у тебя первая зеленая полосочка — это твои хп. Да, я вижу. Вторая — это голод, ну, насыщенность, короче, ты поела сколько, да? А нижняя самая — это вода. Сейчас добудешь курицу, покушаешь, вообще как будет. Все, готово, отлично. Тогда подрали. Да. Беги, курицу метай. А вдруг их кто-то сожрет? Ну, могут. А может просто пропасть. Ну, я думаю, она будет там еще тебя ждать. А что ж я не догадалась ее забрать-то? Не знаю. Слушай, я не помню, где она. Вот, как выходишь с двери по прямой. Вот под этой лэпкой. Там рядом где-то. Тут спальник валяется. Спальник чей-то валяется. И что с ним делать? Ничего? Ну, ничего не трогай. Под лэпкой ты ее убивала, как выходишь, допустим, из дома, по прямой с левой стороны лэпки будет там труп курицы должен лежать. Не здесь? Подожди, где-то она здесь была, я помню. Ну, под лэпкой должна быть. Что такое лэпка? Оленей передача. Здесь ты имеешь в виду? Так, ну вот эта вот лэпка, да. Посмотри, если нет, то значит она уже пропала. Там недолго лежат трупы животных. Если хочешь какое-то животное убить, добыть, допустим, кустов. Часто они там спавнятся возле воды. Ну, как бы. Это мной замечено, что. А так они бегают. Нету. Ну, значит, она пропала. Печалька. Иди побегай, может, найдешь это. Возле камня. Кабана. Нет, кабан тебя, наверное, убьет. Ты чё, у меня кроме факела и ничего нету. Кто там? У меня слышишь какое-то животное. Какое? Не знаю. Кто-то идет или это просто листья шуршат. Как оно ходит? Ну, звуки-то какие-то опознавательные. Ну, кто-то как будто по траве кто-то идет. Это может быть олень, это может быть лошадь, это все что угодно. Даже там кто-то гавкает. А, кто-то пришел, что ли? Это ты, что ли, этот собак? А чё они гавкают? Так, а куда теперь бежать? Что-нибудь еще делать надо? Так, свой дом я запомнила. Ты прячешь? Настя половины слов не понимает. Ну, извините. Я из другого общества. В этом обществе не понимаете. Подожди, это что такое? Вот это вот камушек. Его же можно забрать? Тикай. В смысле тикай? Что такое? Где? Уходи с игры. Пошел нахрен отсюда. Я учусь играть. Вот смотрите, я ведь объяснял, вот под лэпками спавнятся бочки, да? Там компоненты. Тихо, да Витя! Мне Люба объясняет, ты мне тут мешаешь. Так, еще раз, можно, пожалуйста? Вот, видишь, под лэпками и возле дороги спавнятся бочки, там, ну, там всякие коробки и так далее. Можно полутать. Вот. И из этого то, что ты подлутаешь, можно переработать и получать ресурсы. Ну, это на начальном, типа, изи ресурс. Тикает собаки, слышал? А, ты собрал и убрал туда все? Ты будешь его одевать? Зачем? Ведь мне иголы нормально бегаются. Да не надо мне ни с кем драться, меня. Тебя будут убивать, Настя, да?
Не будет меня никто убивать? Будет. Даже если я голая? Настя, спроси у Насти. О, Люб. Люб, разве голых чаще убивают, чем одетых? Но если ты будешь лутать какие-то бочки или ресурсы, тебя убьют. А если тупо бежать, то вряд ли. Ну... Если ты бежишь, ты по орехам не всегда убивают. Хотя есть такие ёбнутые, которые убивают. Типа, ну, просто так. Понятно. Поэтому... Лучше немножко одеться и просто потом ножом побить. А вон у тебя, кстати, кусок мяса был. Где? В черном ящике маленьком. Кусок мяса был? Да. Ведь там мясо было, надо было покормить его. Нормально. Да. Его. Тебя покормить. Это что такое? В смысле? Звуки вот какие-то. Вот... Стреляют или взрывают? Люб. Стреляют. Ты думаешь, она слышится? В смысле? Она через 15 секунд, через 10 слышит. Ну, ты спросила где-то через пару секунд, я только услышала на стреле. Ну, то есть, задержка есть, поэтому я сразу не пойму про что-то. Вот попроси Витю, если он найдет камень каменный, как он выглядит, чтобы он тебе показал. Витя, потому что ресурсные камни отличаются вот от обычных, которые на карте камни лежат. Потом мне покажешь камень, который отличается, который, короче, собирать можно, чтобы я посмотрела, как он выглядит, чтобы запомнила. Вот в Расте есть такие темные места, где ты без света вообще не найдешь ничего. Ну, типа... Факела? Нет. Это ловушка. Типа, в три зону стреляют, помнишь, я говорю? А, да, всё. Настя, тебе пока рано сюда забраться. Ты ее основу не видишь. Тяжело, на самом деле. Как дожить это построить? А ты давно села? Ну, я не помню. Построил дом, и ты села потом. Нет, я сначала бегала, что-то собирала, потом он построил домик маленький. Вот. Ждали, когда ночь пройдет. Меня там один раз мужик убил. И все. А, ну то есть, когда я пришла, это было только начало, да? Ну почти. Ну, получается, да. Что-то там собрал воду. У тебя резиновые сапоги есть. Ага. А зачем они? Ну, они от радиации. От радиации защищают. Это типа чем? А тут же свет есть. Здесь могут быть люди? Да, вполне возможно. Это ж типа как бункер. Да, могут внутри остаться люди и сидеть ждать, пока придет следующий. И убьют, заберут весь твой лут, надругаются над телом, добудут из тебя жиры и мясо. И все. И твой поход обучается коралом. Ну вот то, что сейчас Витя собирает, это как бы все нужное. То есть раньше в Расте не было ни компонентов, ничего такого, да, типа. А потом сделали, чтобы как-то усложнить игру, чтобы она не была такой простой, понимаешь? Раньше типа добываешь ресурсы. Нет, крафтишь из этих ресурсов, ну и все, ну, никакого интереса, типа, особо не было у людей. Вот Витя сейчас перерабатывает ресурсы, ну, то есть, компоненты на ресурсы.
Час остался. А на каком бутылке сервер сошел? Не знаю. Из коробок валится. Нормально. Ведь у тебя еды мало. Это что за араб пишет? Из города. Если типа с этим совсем как бы понять, то достаточно интересно играть даже тем, кто не играл. Остановка? Скажи Вите, чтобы лук сделал. Сделай лук. Думаю, будет сделать. Сейчас он бежит. Проверка системы? Ну, посмотришь. Ёлкишку. Давай, фигачи его. Это волк же? Драл? Костер зачем? Мясо пожарить, кусы разжать. Не буду. Я же индейку не буду в этом, в маринаде есть сырую. А ты будешь? Хавай, Витя, хавай. Что мне делать? А что там есть какие-то супер-пупер на ворот? Хорошо, Люб, ладно. Всё, давай, удачи. Давай, пока. Через час придёт. User disconnected from your channel. А тут прыгает. А вы искали тут таких монет? Да мы не искали в интернете, пап, ничего. Из этих монет. Не, в смысле? В смысле искать монеты в тех, что есть? Есть 78-го есть
Они, знаешь, как вот берешь монету, вот так вот, там ценные монеты чем попадают. Вот какой-то 78-й год и еще какой-то 80. Вот так вот смотришь, вот видишь, двойка, да? Переворачиваешь вот так вот, а орел, допустим, серп и молот не прямо стоит, а набок вот так. Ну это брак-брак, типа. Он брак, но он в каком-то вот был в 78-м или в 70-каком-то году. В одном году все монеты были такие брак. Много их попадает. Не все, но много. Я лично видел. Прямо вот так смотришь, вот здесь ровно, допустим, да? А это и эти есть, и эти года. Если вот так вот. Есть, знаешь, эти года, как интересно, я видел. С двух сторон, по-моему, орлы. Просто орлы ошиблись, шлепнули. Вот потом, значит, как-то там. С одной стороны орел, что-то там без чего-то, короче, я забыл, то есть орел там без какого-то знака. Здесь орел, ну, как, короче, вот внизу какого-то нет вот этого, вот, что-то такое вот сбоку, справа. Нет, нет монетного двора еще нет. Да, нет монетного двора. Но монетного двора их много, они не очень дорогие. 99-го года. Каком? 99. Есть, вот они дорогие. Вот, я говорю, у тебя было в монетах, я искала только 50 копеек, да, было. 99-й год, есть, они полно попадают. Но они какие-то есть дорогие, а какие-то недорогие. Ну вот. Я со своей проверяла, мне не очень дорогие. Кроме ГГ. Настя откуда он ем. Твои проверяли? Нет, я не проверял. Надо проверять, смотреть. Их же потом продать можно. Их не продать. Продать в хорошем состоянии должна не быть. Ну, есть какая-то тут у вас. Да, дешево. Надо заниматься, сейчас продавать бесполезно. Да? Сейчас дешево все. Надо вот после Нового года будет зимой. Февраль-февраль. Тогда еще будет надо продавать. Я сейчас еще рано продавать. Сидеть в стенах. Те, что ценные есть. Да я не продаю, я не хочу. Мне нравится. Зачем? Какие у тебя цены? Да только один Гагарин есть еще. У меня центы есть какие-то там. Центы есть дорогие. Есть центы 5 центов, 1 цент и 2 цента. 92-го есть какая-то. Одна копейка, что ли. Вот. Нет, я посмотрела. Центов. Посмотрела, они недорогие. А вот про. Не 50 центов, дорогая будет. Я не проверяла центы. А я их в храме тырю вообще. Я никому не нужны, они я просто избираю. И старые. Как понять? А их центры в храм кто их на станцию расставляет? Да, иностранцы приходят, китайцы, кто угодно, там юани, по-моему, были даже. Юани брала? Нет, не дала. А куда? Я не знаю. Ваши куда брали? Может, себе сбери. Себе надо брать. Я попросила, типа, если будет что-то крутое, отдавайте мне мертвуки. Они говорят, нам все равно не надо. Говорят, ну вот вам не надо, вы ничего не понимаете, вот отдавайте мне. Там у вас много все уехать. Да, даже туристов много всяких. Кто там? Испания, Италия, Франция, Германия, Англия, не помню, Китай. Корея. Вот китайцев очень много. Корея, Сурдаун, бывает, не бывает. Японцев вообще нет. Даже помимо. Еще кто-то. Немцы свои евро. Японцы интересны. Я что-то даже старые монеты кидала, там 92-го выходили. Ну, в ящик. Но они не ценные, но все равно интересные. Куда? В ящики. Там же эти ящики стоят. На них вот так. Тут находят еще. Пойдешь в Сирадон? Там, как они? Каждый месяц, не знаю, когда они там начинают, ну, открывают и это. Ну, да, смотрят, забирают деньги. Много, мне кажется. Не знаю. Много.
сейчас смотрите, стикишь туда деньги. Вообще, зачем? Давай. Я хочу продать. Дорогую монету продать деньги. Да, дорогих таких не найдешь. Ну откуда ты знаешь, Брось? Ну ты-то откуда знаешь? Ну какая разница? Знаю, Вить, я же в этом соображаю. В смысле, да ты откуда знаешь, какая монета там лежит? Соображаешь? Где это? Да в любой, даже в эту кучу, блин. Я и про эту кучу не понимаю. Ты же не знаешь, про свои там, знаю, что у меня нет. Может там есть дорогая монета. У меня особо дорогих нет. Ну после Нового года они будут дорожать, нет? Нет, ну когда там, короче, в феврале, это вот эти все раскопки прекращаются, все это. Оно не просто, оно все дорого, все скупают, это все старое. Знаешь, сколько там осталось? Доготовки 51. И сколько Гагарин стоит? Сколько? Он смотрел, 20 тысяч. Не знаю, мне по-моему 10 тысяч. 10 тысяч, говорит? Есть какой-то Гагарин стоит? Дорогой. Дорогой. Да. Есть. 20. Не есть Гагарин. Что, не будешь носить? А какой Гагарин? Московскую монету. Московскую монету. А вот который петербургский, он этот дорогой, вот этот. И там что-то еще какая тема была с этой монетой. Не есть монета. Ведь не смотрели целого моего Гагарина, сколько он стоит. Не помню, дешево. Была у меня маленькая монета. Маленькая? А какая? Твоя, она маленькая? Нет, не твоя. Люба все равно ушла. Люба ушла. Подожди, а мне тут очень много всякой... Прибамбасов всяких много. Это я сейчас, наверное, знаешь, что сделаю? А вы собираете их просто, эти монеты? Не, ну просто если подождать там немножко, сколько-то лет, они же ведь подорожают все равно, из-за возраста. Вот в чем прикол. Конечно, так что чем их меньше вообще, вот в чем ценность монет, аж меньше. Там, допустим, серп и молот, как ты сказал, как-то, в чем она монета? Она одного выпуска, ты смотри, Давид, одного выпуска, но несколько монет. Одна дешевая, одна дорогая, а другая вообще там ценность. А, ну я там смотрела, видела, когда монету проверяла, вот именно СССР, там с колосками очень много всякой билиберды. Смотрели. Были, у меня что-то трешек столько было с ошибками. Я что-то ни одной трешки с ошибками не видел. У меня случайно трешки не брал с ошибками. Я вот еще ничего не брал. Ах ты сволочь. Там у меня хряпнул, наверное, это, трешки с ошибкой. У меня что-то все трешки с ошибками пропали. Наебал. Надо искать. Ванька, скажи, это Витя у нас украл. Здесь стоит вода. Я воду убрала, чтобы меня никто не стырил. Ого. Класс. Угу. А бумажные? Жалко.
Я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу раздеться. А как это снять? Только оно здесь вы. Вот оно лежит. А, и вода? Подожди, вот смотри, я, допустим, меня убивает. Вот это тоже кофту видит? Видь. Допустим, меня убили. Вот эту кофту у меня заберут? А как это переместить другое? А, это вон как. Вот этот? Да? Вот это? Гудненький, а это что такое за повязка? Что это за повязка, Витя? Вот это. Для антуража, что ли? Да это меня не волнует особо. Чего там, где там? У меня тут какие-то штуки есть. Нитки зачем-то. Карточка. Так. Это оставить, это выкинуть, наверное. Сюда подвинем огонь. Ничего, она, у меня из оружия вот эта хрень только одна, а лук у меня есть. А как? Да. Вот это? И куда ее? А ткань где? Вот это? А. Ткань. Ну вот, 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 вот. Ну и чё? Сюда? Так. Пошла камень добывать тогда. Бинтика мне хватит. А у меня здоровье 100, можно я выкину? Ну, а вдруг меня убьют? Здорово. А вас YouTube за пенис не забанит? Олег Смирнов написал. За гениталии, не за... Не за... А, у нас 18 плюс стоит, все. Здорово, Ваня 4-4-4-4-4-4. Кого? А где? Вот это? Вот это? Вот это? Все, пупсики, отстаньте. Слушай, там темно уже, походу. Я бы... Мне просто... Сейчас? Прям сейчас? А, чтоб я зашла и все? А то у меня факел есть. Зажечь? Давай пока.
Что это? Уай! Аэропорт хочу залутать. Настя, куда? Короче, можем пир. Бать, давай потом, сейчас нет. Факел мне еще понадобится. Блядь, мне камень-то нужен. Ну так, а чё? Бать, подожди. Смена власти. Так и я хочу аэропорт, мне стрелы нужны. Короче, лут скину, пойду чувака запизжу нахуй. Бля, выйдет, не выйдет, он нахуй, пизды, пизды ему валить, нахуй. Карандаш. Ты типа сумочку трешу? Опа. Школьный рофл. С тобой? Да с тобой просто, блядь.
Потому что ты школьник, нахуй. Ведешь себя, знаешь, как школьник, поэтому не хочу играть с тобой. Блять, ну хули, это выйдет пиздюк или нет? Привет, мам. Пять урон. Нет. Че, как погода на улице, мам? А? Как ты сказала? Мам, на стрим идет еще, мотор говоришь. Как ты ответила? Мам. Я не услышал. Ты еще мат ругаешься, мам? Да я от тебя, муж, мне послышалось, думал. Только видите, так сидит наушник или тут есть такие же. Настя отошла на кухню. В смысле, детская привычка. Я к чему так одеваюсь, что у меня, блядь, волосы вверху не прикладываются, что они так постоянно, блядь, будут. Отошло. Так хочешь, не смотри. Какая разница.
Раньше было раньше. Так, пойти паркурку залутать. Топовая тема. Я знаю. Нет, я в соло. Сюда что летит?
На балконе? Чувак, сзади меня балкона нет. Так, веревка. Балкон у меня в другой комнате. Спасибо за подписку. Мне интересно, чувак, где этот? Потому что он ночью был дома. Ох, какой хитрый, блядь. Минус себе поставил, привет. Thank you.
Пойду в аэропорт Золотая. В смысле опасно, чел? Блять, залагала нахуй. Слава богу. А, ну да. Охуевший чел, они опасны, я бы сказал. Настя, да, походу, на кухню пошла, что-то там с батей разговаривает. А там больше влазит. Походу я наигрался, а не Настя, блядь. Пиздец. Спидорил. Не отпидорил, отпердолил, блядь.
короче, надо поесть что-то найти. Же обычно столько еды в округе бывает. Блять, ни одной еды нету, это пиздец, ребят. Так, ну я вроде выжил. Хорошо. Два хп, блядь, охуительно вообще. Кто их выкидывает?
Нет, не вчерашний. Я знаю. А, блядь. Сорян. Тупанул, нахуй, что взял. Там топливо. Батарейки можешь чинить. Не знаю, вряд ли. Электрофьюзы ты имеешь в виду? Вряд ли это еще.
В смысле, что за тело? Просто стрим не переименовал. Девушка сидела, училась играть. Блять, даже запиздить нечем будет. Ёбаный стыд, нахуй. Чё сирак-то, блядь, кстати? The Lone Reward. Двадцать шесть человек на нем играет. Нахуй он вообще нужен? Так, ладно, ребята, я пошел. АФК.
Привет, привет. Сейчас, ребят, чуть позже стрим запущу.